Я рада приветствовать вас в Федеральном пресс-центре издательского дома «Аргументы и факты». Тема нашей пресс-конференции сегодня – сезон тихой охоты, как сохранить здоровье и не заблудиться в лесу. Я рада представить наших гостей. Это главный специалист-токсиколог Министерства здравоохранения Российской Федерации Остапенко Юрий Николаевич и Сергеев Григорий Борисович, председатель добровольно-поискового спасательного отряда «Лиза Алерт». Уважаемые господа, благодарю, что нашли время, приняли наше предложение и пришли к нам. Юрий Николаевич, передаю вам сначала первое слово. Расскажите про состояние наших грибов на сегодня. Какие можно, какие нельзя есть, ну, последствия отравления. Да, ну, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, господа. Состояние грибов, конечно, описать сложно. Сейчас нужно каждый конкретный гриб оценивать его состояние, но... В общем-то, сейчас идет грибной сезон, естественно, который начинается в нашей стране с апреля или мая месяца и по сентябрь или октябрь, пока, значит, зелень существует, леса зеленые и так далее. И, конечно, с учетом таких вековых традиций нашего населения использовать грибы как пищевой продукт, конечно, возникают определенные ситуации нежелательные при употреблении в пищу грибов. Но здесь мы должны сразу с вами как бы определиться, о каких грибах пойдет речь. Дело в том, что расстройства здоровья, связанные с употреблением в пищу грибов, они достаточно разнообразны, и далеко не все, не во всех случаях виноваты именно сами грибы. А здесь мы, я вот как токсиколог, нас интересуют грибы, которые сами по себе ядовиты, то есть они от природы содержат некие токсичные вещества, и, в общем-то, они ядовиты везде, будь то Россия, будь то другие страны, другие континенты. Это свойство, допустим, данного гриба быть всегда ядовитым. Вот эти именно грибы прежде всего представляют определенную проблему с точки зрения вот и клинической токсикологии, вообще влияния этих грибов на здоровье человека, который употребляет грибы. Надо сказать, что проблема эта, она связана с грибами, в общем-то, шире. Почему? Потому что в ряде случаев имеет место заболевания, которые вызваны, допустим, употреблением в пищу консервированных грибов, когда развивается ботулизм, там ботулотоксин присутствует. Но это уже, как-то, другая история. То же самое касается, допустим, неправильного хранения приготовленных грибов там, в виде каких-то, так сказать, блюд грибных, когда они обсеменяются микробами, сальмонеллами и прочими, и возникает заболевание, которое трактуется как пищевая токсикоинфекция. Кроме того, какие-то нежелательные последствия употребления грибов могут быть связаны с, даже доброкачественных грибов, связаны с особенностями человека, его здоровья, когда он эти грибы употребляет. Но об этом немножечко позже я скажу. Вот поэтому здесь достаточно широкое такое, в общем-то, поле размышлений для медицинских работников. А если говорить о грибах, которые сами по себе ядовиты, вот, то здесь, опять-таки, мы сразу же с вами исключим из разговора грибы, которые используются в качестве средства одурманивания, наркотического опьянения. Это псилоцибы, клетоцибы, которые, в общем-то, к данной нашей теперешней проблеме, к теме разговора отношения не имеют. Ну, я не могу привести статистику отравления грибами в России именно таким ядовитым, потому что особенность учета острых отравлений в Российской Федерации такова, что установлено Росстатом, что в общей массе химических отравлений отдельные такие немногочисленные нозологии не учитываются. В основном учитывается отравление алкоголем, наркотиками. Поэтому сказать точно, сколько, допустим, в год бывает отравлений грибами, я не могу, но тем не менее, все-таки это не массовое
такое заболевание. В среднем это где-то даже вот по Москве, это может быть там 30-40 случаев госпитализации вот в токсикологический центр в год, ну, может быть, чуть побольше или поменьше. Хотя по непонятным для нас причинам, это, возможно, биологи должны делать какие-то по этому поводу расследования, бывают годы, когда отравление грибами носит массовый характер. Причем есть определенная в нашей стране региональная, в общем-то, особенность отравления грибами ядовитыми, которая характеризуется тем, что наиболее подвержены в этом плане, так сказать, население – это территории, где нет больших лесных массивов. То есть это средняя полоса России, юг России, Черноземье. Вот как раз там и возникают такие случаи. У нас есть такие потенциально в этом плане опасные территории, в частности, это вот Воронежская область, Липецкая область, Белгородская, Краснодарский край, где бывали случаи вот несколько лет назад массовых отравлений, в частности, вот по Воронежской области где-то зафиксировано было до 300 и более случаев отравления бледной поганкой. Вот. А территории с таким климатом, где растут леса, в частности, это вот север России, Сибирь, Урал. Там, в общем-то, грибов очень много. Много доброкачественных, съедобных грибов. Население достаточно хорошо, в общем-то, знакомо с этими вещами. И поэтому там как раз бывают тоже, конечно, случаи отравления, но не носят столь вот драматического, так сказать, ситуации, как вот было в Воронежской, Липецкой, Белгородской области. Ну, значит, что сказать можно вот о грибах ядовитых? Надо сказать, что есть грибы именно истинно ядовитые, есть условно ядовитые, которые при определенных способах подготовки этой пищи становятся не ядовитыми. Есть, естественно, грибы доброкачественные, съедобные, мы с вами их прекрасно знаем. Это классика белый гриб, там подберезовики, подосиновики, там лисички различные и так далее. Вот. К сожалению, ситуация еще характеризуется тем, что существуют еще так называемые грибы-двойники, когда вроде бы и гриб белый, а в то же время он знаток, значит, грибов, может сказать, что это ложный белый гриб, то есть по каким-то определенным характерным отличиям он может его отличить. Поэтому это тоже бывает иногда, приводит к таким ошибочным умозаключениям о том, что вдруг грибы, так сказать, мутировали, переродились, вот вроде белый гриб был всегда хорошим, а теперь он стал ядовитым. Здесь нужно, конечно, разбираться. С точки зрения вот токсикологической опасности, основным грибом, который везде, во всем мире считается смертельно ядовитым, является бледная поганка. И заключается это в том, что она довольно широко распространена во всех странах практически, ну, имея в виду вот такие, как Европа, Соединенные Штаты Америки, ну и Российская Федерация. И, в общем-то, особенность заключается в том, что яд бледной поганки, аммонитин в частности, он не подвергается разложению, не уничтожается ни при каких способах кулинарной обработки. То есть он ни при высушивании не уничтожается, ни при варке, при жарке, мариновании и так далее. Вот это особенность данного гриба, поэтому, конечно, он, собственно говоря, является нашей головной болью. А все остальные грибы, в общем, тоже ядовитые, из группы ядовитых, вот, но все-таки они не столь драматичны, вот эти ситуации с их ошибочным употреблением в пищу, и, в общем, такой большой проблемы они нам, в общем-то, не представляют. Ну, вот как раз, так сказать, вопрос такой, как, какие грибы можно есть, какие даже опасно брать в руки. Тут у меня есть такая шпаргалочка. Ну, хочу сказать, что есть можно только, естественно, съедобные грибы. Это совершенно однозначно. Вот, или условно съедобные. Ну, в частности, вот строчки, сморчки известные грибы. Это наиболее ранние. Значит, там яд, герметрин, который там содержится, он
разлагается при кипячении или вот при варке этого гриб, этих грибов, он выходит в этот бульон, бульон сливается, потом наливается новая вода, в новой воде он варится, уже концентрация, так сказать, этого гераметрина, она резко падает вплоть до, так сказать, нулевой, и грибы эти можно, в общем-то, употреблять в пищу. Вот несоблюдение этого правила, оно может как раз привести к развитию отравлений, в общем, даже и иногда смертельных, и этими грибами. То есть здесь, в общем, есть какие-то определенные условия для приготовления или высушивания грибов. Некоторые грибы, которые в сушеном виде можно кушать, значит, они при высушивании тоже под действием солнечных лучей, температуры теряют свои токсические свойства. Ну, из грибов, которые вот, как наиболее часто вызывают ошибочное употребление, конечно, я сказал, это бледная поганка. Нам с вами известен еще гриб мухомор, хорошо известный, да, но он в пищу, в принципе, не употребляется, его легко опознать, хотя бывают случаи отравления мухоморами, но это уже несколько другие ситуации, когда либо... Ну, дети могут, допустим, незнакомые с правилами сбора грибов, съесть этот гриб. Или иногда бывает, мухоморы используются в качестве таких растирок при заболеваниях, там, допустим, опорно-двигательного аппарата, и ошибочно попадает, так сказать, это настойка с какой-то целью, может вызвать отравление. Вот. И хочу сразу сказать, что... Как здесь вот написано, грибы, которые даже в руки брать нельзя. Нет таких, конечно, грибов, которые в руки нельзя брать. Их все можно брать в руки. Потому что грибной токсин через кожу не всасывается. Обычно такие, собственно говоря, причина отравления – это именно попадание внутрь при употреблении гриба или ошибочно, или, в общем, так сказать, с целью там какой-то другой. Вот тогда и развивается отравление. А так, пожалуйста, в руки все грибы можно брать, но... в пищу не все можно употреблять. Если возникает все-таки ситуация, когда расстройство здоровья наступает, и человек связывает это с употреблением пищи грибов, хороших или плохих, лет уже потом, как говорится, можно разобраться, то здесь есть общие правила для таких вот ядовитых грибов с точки зрения диагностики. Надо сказать, что общим для всех грибных отравлений симптомом является это расстройство желудочно-кишечного тракта. Он, так если научным термином сказать, гастроэнтеритический синдром, а попросту это тошнота, рвота и диарея. Причем, чем опаснее гриб, тем чем более токсичен, тем более упорное течение и катастрофическое иногда течение этой диареи. В этом как раз это характерно для яда бледной поганки. Здесь сразу надо сказать, что если человек грибы ел, потом он заболел, ну как-то вот плохо себя чувствует, но явления вот гастроэнтерита нет, то, как правило, это не связано с самими грибами. Потому что здесь обязательно должна быть вот это гастроэнтеритические проявления. Но, опять-таки, сами понимаете, взрослые люди, рвота, понос или диарея, это настолько общий клинический признак. Это может быть и дизентерия какая-то, может быть пищевая токсикоинфекция, это могут просто какие-то другие заболевания со стороны желудочно-кишечного тракта. Это может быть и отравление грибами. И поэтому здесь как раз я хочу донести до, так сказать, сознания слушателей или там, читателей, в общем-то, надо иметь это в виду и помнить о том, что диарея сама по себе, значит, является неким, так сказать, известием о том, что, как говорится, здоровье расстроилось, и если человек ел грибы, то сразу надо заподозрить, что это может быть связано с отравлением грибами. Так ли это на самом деле или не так, это уже дело медицинских работников разбираться, и в процессе оказания помощи, потому что ожидать, авось это пройдет, в общем-то, я никому не рекомендую, потому что по нашему большому опыту, вот при той же бледной поганке,
Чем раньше начинается лечение, тем больше успеха на успеха, так сказать, вылечить этого человека и выздороветь. Почему? Потому что вот бледная поганка, чем она опасна? Она опасна тем, что помимо вот гастроэнтерита, который носит иногда достаточно катастрофический характер, и человек теряет жидкость, теряет электролиты, соли различные, и может погибнуть даже от водно-электролитных расстройств. Наиболее опасным осложнением отравления бледной поганки является поражение печени. Ятаманитин, он является токсичным для печени. И, в общем-то, это является причиной смерти, если не успевают вовремя начать медицинскую помощь. И, к сожалению, признаки поражения печени, они не сразу развиваются, то есть не в первые часы, а это где-то на вторые, на третьи сутки, когда человек начинает желтеть уже, и, как правило, тогда уже бывает поздно. Еще есть один такой характерный клинический признак, который нам позволяет вот на этапе, допустим, скорой помощи, на этапе госпитализации заподозрить отравление такими опасными грибами. Это так называемый скрытый период от употребления гриба до начала вот этого гастроэнтерита. Как правило, вот пищевые токсикоинфекции или грибы, которые не представляют, может быть, они просто несъедобные, не представляя серьезной опасности, начиная вот по 30 минут, часа до там 2-3 часов. Значит, и, как правило, вот в этот промежуток времени уже начинается расстройство здоровья, начинается гастроэнтерит. Причем, если это пищевая токсикоинфекция, то повышается температура. Если это все-таки ядовитый гриб, температура не повышается. А вот для грибов таких особо опасных, как вот бледная поганка, характерен длительный скрытый период от 6-8 часов до 24 часов. Значит, и если человек сообщает о том или там знает, что он вечером ел грибы, а заболел он где-то к утру, к примеру, то это уже для нас есть определенная информация о том, что здесь можно подозревать отравление бледной поганкой. Так ли это будет на самом деле, не так, как вся жизнь покажет. К сожалению, вот таких доступных лабораторных тестов для определения именно вот этого аммонитина или каких-то других грибных токсинов в практике клинической, в общем-то, у нас нет. Но это связано с определенными техническими особенностями и с особенностями самих токсинов. Это биотоксины, поэтому они довольно быстро связываются с клетками, и идентифицировать, выделить их при лабораторном исследовании довольно сложно. Ну и методики, в общем-то, дорогостоящие, поэтому мы, к сожалению, не можем похвастаться тем, что вот привезли пациента в стационар, сделали анализ, определили аммонотоксин этот и, в общем-то, лечим. К сожалению, это не так, лечим по клиническим признакам и всегда имея в виду, вот, что здесь может оказаться такое вот тяжелое отравление именно ядом бледной поганки. Ну вот как быть населению все-таки, если произошло вот такое заболевание? Ну прежде всего, естественно, еще раз повторяю, очень серьезно отнестись к этой ситуации. Хорошо, если будет просто пищевая токсикоинфекция. Конечно, это тоже плохо, как сами понимаете, но это уже более легкий, так сказать, вариант течения. Или это просто обострение хронического заболевания, которое вызвано употреблением в пищу грибов. А может отказаться как раз отравление бледной поганкой. Поэтому лучше не затягивать и обращаться за медицинской помощью. И я бы советовал именно не участкового врача из поликлиники вызывать, а обращаться в скорую помощь. Почему? Потому что здесь есть неопределенные, конечно, особенности. Участковый врач, во-первых, ночью он не придет, немедленно он к вам не придет, потому что у него свое расписание есть. И возможности его терапевтические весьма ограничены. Он все равно вызовет скорую помощь, чтобы отвезти пациента в стационар. Поэтому, конечно, необходимо вызывать скорую помощь, чтобы, так сказать, уже оценили состояние здоровья и приняли какие-то меры и терапевтические, и меры по госпитализации, значит, заболевшего. До приезда или до контакта с медицинским работником можно какие-то меры самому принять. Но что нельзя делать, что мы категорически не рекомендуем? Ну, во-первых, самолечением заниматься и ожидать, а вдруг это все пройдет.
Это первое. Второе. Ни в коем случае не рекомендуется принимать алкоголь, как бы, так сказать, противодиарейное средство. Вы знаете, что существуют такие домашние, как все заготовки, водку с перцем выпить, с черным, и вот понос пройдет. Ну, может быть, при каких-то ситуациях это и помогает. В данном случае это не поможет, а отрицательно скажется на состоянии печени. Вот. Если возникают вот эти расстройства, то, во-первых, необходимо восполнять потерю жидкости и солей. Ну, существует, вот в аптеках продаются специальные такие регидратирующие порошки, регидрон, такое название, какие-то другие. Их разводят в воде и пьют. То есть там это как раз такой состав, который содержит и различные электролиты, ну, причем жидкость. Это общепринято, это не только при грибах, при любом гастроэнтерите регидрон рекомендуется принимать. Значит, активированный уголь можно принимать, но здесь достаточно большие дозы, если подозревается отравление. Обычно доза это где-то от 500 миллиграмм до 1 грамма на килограмм массы тела. То есть это значит взрослому человеку 30-40 грамм активированного угля надо выпить. Ну, значит, рекомендуется и другие какие-то энтеросорбенты можно принимать. Но здесь, конечно, рекомендовать можно, а вот насколько это получится, это вопрос уже индивидуальный. Потому что если у пациента не только диарея, но еще и рвота, то, конечно, весь этот уголь, он, конечно, может обратно выйти. Вот поэтому здесь, в общем-то, можно применять, но с негарантированным успехом. А вот регидратацию, то есть пить жидкости и соли мелкими глотками, не в большом количестве, но мелкими глотками почаще, это, в общем-то, можно. И, во всяком случае, не отказываться от госпитализации, если таковая предлагается. Ну, значит, хочу сказать, что есть определенные группы риска по употреблению даже таких доброкачественных грибов, съедобных. Ну, во-первых, это детский возраст. Значит, дети младшего возраста, ясельного, садовского, значит, ну и дошкольники. В общем, им не рекомендуется грибы в пищу давать. Почему? Потому что все-таки грибы при всей их пищевой ценности и таких вот привлекательных вкусовых качествах, которые их, собственно говоря, и заставляют нас использовать грибы в качестве вот пищевого продукта. Грибы достаточно, так по-русски говоря, тяжелая пища для желудка, потому что сама оболочка гриба, это хитиновый такой покров, он, в общем, трудно переваривается. Это раз, вызывает, так сказать, секрецию повышенных желудочных соков, поэтому ребенок просто не справляется еще с подобной пищей, и это может вызвать расстройство здоровья, даже если это грибы съедобные. То же самое касается людей с проблемами желудочно-кишечного тракта. Это какие-то хронические там гастриты, язвенные болезни, там, колиты и так далее. Здесь та же самая может быть ситуация, спровоцируется обострение этого заболевания. Но здесь ведь еще какая-то, если между нами, так сказать, говорить для взрослых людей, ситуация, что довольно часто грибы используются как закуска при, значит, застольях различных. Поэтому здесь, конечно, нужно, в общем-то, тоже не увлекаться этой грибной закуской, памятуя о том, что, в общем, пища – это не совсем, так сказать, удобоваримая для желудка, тем более, если он несколько скомпрометирован. И вообще грибы, в принципе, не должны составлять основу рациона пищевого. Это как бы такие добавки, украшающие, так сказать, стол. Вот. И поэтому здесь тоже этим не надо увлекаться. Ну, еще возникает иногда вопрос о том, можно ли собирать, или нужно ли, можно ли употреблять в пищу грибы, которые растут вдоль дороги, там, допустим, магистралей каких-то, в каких-то экологически неблагополучных районах. Ну, что здесь можно сказать? Ну, во-первых, все-таки речь, если это грибы ядовитые, то они всегда ядовитые. В хорошем ли районе они произрастают или в плохом районе произрастают, это стопроцентно, так сказать, уже их свойства. С точки зрения грибов съедобных, которые растут в экологически неблагополучных каких-то вот участках, все решается индивидуально.
То есть сказать, что вот в данном, в данной территории, там, не знаю, завод ли какой-то там или дорога, все грибы здесь плохие, есть их нельзя, ну, здесь очень сложно сказать. Почему? Потому что здесь необходимо изучать состав этого гриба. То, что грибы, как и любые растения, из почвы забирают то, что в ней есть, да, действительно, это так. И здесь отрицать мы этого не можем. Но для того, чтобы реально оценить, насколько вот эти грибы, допустим, в данном районе, особенно если там какое-то предприятие есть, которое портит окружающую среду, насколько они опасны, конечно, надо делать анализы. Это, так сказать, Роспотребнадзор или там какие-то другие учреждения, на химический состав этого гриба. То есть для того, чтобы выявить наличие тех вредных, опасных веществ, которые могут быть, имеется в виду химические, радиоактивные какие-то вещества, и тогда уже можно реально говорить, что вот в этом месте грибы есть нельзя, которые тут произрастают. А говорить о том, что все грибы, вот растущие вдоль там дорог, есть нельзя, ну, конечно, лучше есть грибы, которые растут абсолютно в таких благоприятных экологических районах. А здесь еще опасность может быть не столь велика, потому что все-таки грибы не являются, вот я, как я уже говорил, основной пищей, поэтому абсолютное количество вредных веществ, если даже они попадают в организм, все-таки не столь велико. Вот так что здесь есть эти грибы, собирать эти грибы или не собирать, есть их или не есть, это каждый человек уже должен для себя решить самостоятельно. Ну, я думаю, что... Спасибо, Юрий Николаевич. Передаю слово Григорию. Пожалуйста, расскажите, что делать, какие действия должны быть, если потерялись вы или ваши близкие в лесу или в каком-то другом месте? Ну, в первую очередь, хотелось сказать о том, что количество людей, пропадающих в лесу, в процессе поиска грибов серьезно превышает количество тех, кто этими грибами отравился. И только по Московской области это десятки погибших за сезон. Десятки погибших и сотни пропавших. Наш поисковый отряд за прошлый год сделал 89 выездов в лес. В основном они пришлись на август-сентябрь. И за это время нам удалось некоторые выезды на, ну, несколько человек, когда люди теряются группами. Нам удалось достать из леса 109 человек, из них погибшими 7. Трех нам не удалось найти, остальные живые. Что касается техники безопасности для похода в лес. Есть определенные группы риска. Это пенсионеры. Они, ну, зачастую, находясь на дачном участке, уверены, что они знают этот лес, ходят в него десятки лет иногда. Стоит получить какую-то травму или, не дай бог, там какая-то проблема со здоровьем, приступ гипертонии, и ориентация теряется или теряется возможность к перемещению. Таким образом, человек, очень сильно уверенный в своих силах, может оказаться в безвыходной ситуации. Таким образом, погибает множество людей. Что к этому приводит? В основном, ну, в первую очередь, они не сообщают родственникам. Они просто уходят в лес, и никто не знает, где когда, в каком направлении и в какой день ушли. Очень часто бывает так, что родственники пенсионеров, проживающих на даче, навещают их исключительно по выходным, то есть приезжают в пятницу вечером, и именно в пятницу вечером обнаруживают, что вот этот пенсионер отсутствует. Когда именно он ушел, неизвестно. Большая просьба ко всем любителям походов за грибами. Если этого нельзя избежать, то можно хотя бы очень серьезно предохраниться. В обязательном порядке необходимо сообщать родственникам и знакомым, в каком направлении, на какое время вы предполагаете уйти. Кроме того, наличие мобильного телефона позволяет во многих случаях спасти жизнь пропавшего, то есть в том случае, когда он не оставил дома мобильный телефон, а такое случается,
люди думают о том, что а вдруг я его потеряю в лесу, и уходят без него. В том случае, если он с человеком, большая часть лесов, по крайней мере в Московской области, покрыта сотовой связью, и человек может сообщить о том, что он заблудился. Крайне важно знать для родственников пропавших. Остро необходимо сообщать о пропаже как можно раньше. Сообщать в три источника: в поисковый отряд «Лесалерт», в полицию и в МЧС. Таким образом, вы можете получить серьезный шанс на то, что вашего родственника спасут. Нет никаких обстоятельств, которые могут вам дать возможность, ну, дать ему какое-то время на то, чтобы человек вышел сам. В большинстве случаев именно продление срока нахождения в лесу человека делает так, что человек впоследствии погибает. Как можно быстрее сообщайте, как можно ярче одевайтесь, как можно реже ходите в лес. Три рецепта. Спасибо. Григорий, если есть возможность продиктовать телефон вашего колл-центра. Сейчас, одну секунду, сейчас мы все расскажем. Да. 8 800 700 5452. Этот телефон работает круглосуточно, доступен по всей России, он бесплатный. Еще один момент хотел сказать. В том случае, если вы идете в лес или ваши родственники идут в лес с малолетними детьми, крайне необходимо, чтобы ребенок был ярко одет, и крайне необходимо ни на одну секунду не отворачиваться от него и все время, чтобы он находился в поле зрения. Спасибо. Коллеги, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста. Если нет, спасибо большое, что... Там вопрос есть. Пожалуйста. Так, как говорится, это сопутствующий негативный, так сказать, опасный фактор змеи. Да, конечно, змеи есть. Вот, все зависит, так сказать, от территории, где мы находимся. Но хочу сказать, что по Российской Федерации официально, как говорится, можно сказать, прописанная в России или регистрированная змея – это гадюка обыкновенная. Она действительно проживает практически на всей территории, ну, может быть, за исключением там, Крайнего Севера. В территориях, прилежащих к Центральной Азии, но там, кстати, и лесов мало, и грибов-то практически не собирают. Там могут быть и другие темы, и гюрза, может быть, даже кобра, может быть, пауки ядовитые. Вот. А в основном это, конечно, гадюка обыкновенная. Ну, хочу сказать, что если посмотреть, так сказать, на рейтинг этих змей по ядовитости, то эта гадюка не особо опасная. Вот. И я так не припомню случаев гибели людей от укуса гадюки, ну, как стандартного укуса. Почему? Потому что как при укусе любого ядовитого животного многое зависит от того, куда укусил, что наиболее неблагоприятные и опасные места – это область шеи и голова, потому что там развивается отек, и может быть наступить асфиксия от отека прежде всего. Вот. А так, как правило, эти случаи заканчиваются благополучно, но тем не менее рисковать, в общем-то, нельзя. Значит, если вы уверены, что, вернее, видите, что это действительно змея укусила, то, конечно, надо прежде всего принять меры к более, как можно более быстрому попаданию в медицинское учреждение. То есть или сам человек дойдет ли, или кто-то его, так сказать, поможет ему, доведет, донесет и так далее, в какое-то ближайшее медицинское учреждение. Ну вот в лесных условиях, конечно, очень сложно давать какие-то медицинские, академические рекомендации, как вы сами понимаете, потому что аптечку с собой большую никто брать не будет. Вот. Что я хочу сказать, что не рекомендуется делать? Не рекомендуется накладывать жгут на конечность укушенную, будь то нижняя, верхняя конечность, выше места укуса, потому что существенное влияние на скорость распространения яда
по лимфатическим путям это не оказывает. А вот возникновение так называемого турникетного шока после того, как снимают этот жгут, это уже, в общем-то, известно и доказано, потому что вот в этой как бы отсеченной конечности накапливаются продукты, так сказать, отрицательно вот этого ситуации, связанной с воздействием яда. А яд гадюки характеризуется тем, что нарушается резко проницаемость клеток, проницаемость тканей, и продукты, так сказать, жизнедеятельности, обмена тканей в большом количестве образуется. И вот если в этом участке отсеченном как бы они накапливаются, как только мы жгут снимаем, это все, так сказать, потоком идет в общее кровяное русло и развивается так называемый турникетный шок. Это первое. Второе, не рекомендуется наносить какие-то разрезы, прижигания на место укуса, потому что, опять-таки, на состояние яда, на скорость его проникновения в организм никакого влияния это не оказывает, а вот какие-то инфекционные, так сказать, процессы могут быть, попадание микробов или ожог, ранка. Есть рекомендация еще отсосать яд из ранки. Ну, как говорится, никто против нее не возражает. В некоторых книгах даже написано, там, кровоотсосную банку поставить. Ну, давайте смотреть на вещи реально. В лесу мы с вами никакие банки не носим кровососные, а если змея укусила в ногу, то, конечно, кто-то сам себе это не сделаешь, эту процедуру. И самое главное, что если уж заниматься отсасыванием яда из ранки, то надо быть уверен, что в полости рта спасающего нет никаких травм и язвочек. Почему? Потому что сам по себе яд гадюки, если он попадает в желудочно-кишечный тракт, он не опасен, он, так сказать, под влиянием пищеварительных соков, он разлагается. А вот если он попадает в какую-то травмированную поверхность, где есть кровь, доступ к кровяному руслу, то он может всасываться и оказывать свое, так сказать, тоже отравляющее действие. Вот. А так человеку надо, ну, во-первых, как бы успокоить его, надо создать возможность такого щадящего режима. То есть, еще раз говорю, если есть возможность его каким-то образом на транспорте довести, чтобы он не шел пешком, или там донести его на каких-то самодельных носилках в стационар. Вот это, в общем-то, так сказать, нужно делать. Ну, опять-таки, в лес никто таблетки не носит, если все же как-то дошли до какого-то населенного пункта, где можно что-то из лекарств принять, рекомендуется. Это какие-то анальгетики ненаркотические, так сказать, какие существуют свободно в продаже, там, ну, баралгин какой-нибудь, так сказать, чтобы боль уменьшить, антигистаминные препараты, чтобы уменьшить вот эту проницаемость сосудов. Дать выпить там крепкий чай, допустим, как-то вот сладкий чай, чтобы подкрепить человека, успокоить его. Вот. Ну, ни в коем случае не рекомендуется, опять-таки, принимать алкоголь, потому что это может быть как бы смазать всю картину отравления ядом гадюки, но на антитоксических никаких свойств он, конечно, не оказывает. Ну, а если попадает в стационар, то там существует определенный, конечно, алгоритм действий. В обязательном порядке вводится противостолбнячная сыворотка или там анатоксин, ну, в зависимости от ситуации с каждым пострадавшим. Вот противозмеиная сыворотка. Ну, сразу хочу сказать, и мы такие вопросы получаем от населения, когда начинается вот этот грибной сезон, сезон выезда на дачу, где достать противозмеиную сыворотку? Вот мы едем, там змеи, у нас маленький ребенок, надо сыворотку иметь. Ни в коем случае, никогда выводить сыворотку противозмеиную в вне медицинских условиях нельзя, потому что это, как любая сыворотка, белковый препарат, он может вызвать аллергические, анафилактические реакции. Вот заранее это предсказать очень сложно, потому что это не обязательно, человек должен быть с аллергическими наклонностями, это может быть ранее считавшийся, так сказать, в этом плане благополучный человек, но любое введение подобных веществ, оно всегда имеет определенный риск. Вот, и надо четко определить, конечно, показания для введения этой сыворотки только в условиях медицинского учреждения.
Вот, ну и, собственно говоря, основные вот вам рекомендации. Еще я хотел вот к разговору о грибах, возможно, я немножечко это упустил с целью профилактики. Значит, что вот категорически не рекомендуется? Как себя обезопасить от сбора ядовитых грибов, если вы не очень хорошо знакомы? Если человек не знаком с грибами, плохо их знает, то лучше самостоятельно не ходить и не собирать. И вот как раз здесь, почему у нас вот эти районы неблагополучные, я вам называл их, там мало лесов, там мало хороших грибов, и попадаются люди как раз, которые мало в них понимают или в гости приезжают откуда, которые не разбираются в грибах. Они вот как раз и в этом плане чаще всего и попадают в эту неблагоприятную ситуацию. Это первое. И второе. Не рекомендуется всеми, так сказать, специалистами, авторами книжек разных покупать грибы в виде фрагментов. То есть, если это целый гриб, допустим, конечно, человек знающий это может понять, что это белый гриб, допустим, там это подосиновик, лисичку, там трудно с кем-то, с чем-то спутать. А если вам предлагают кусочки, там отдельно шляпки, отдельно ножки от гриба, то лучше такую продукцию не покупать, потому что как-то уже сложить это и идентифицировать, что же это за гриб, представляется очень сложным. Вот, поэтому здесь нужно тоже всегда быть очень бдительным. Спасибо. У нас есть еще один вопрос. Ну, вы знаете, в общем-то, в принципе, последствий, так сказать, плохих не будет. Почему? Потому что большая часть даже вот грибов ядовитых с более легким течением, они, в общем-то, поддаются хорошо лечению. Вот. Но, опять-таки, если человек, например, все же имел какую-то до этого предрасположенность, допустим, заболевание желудочно-кишечного тракта, это может привести к обострению, так сказать, к ухудшению течения вот этого основного заболевания. Вот если нам удается спасти пострадавшего вот даже при отравлении ядом бледной поганки, то, в принципе, печень восстанавливается довольно хорошо. Вот, но человек должен при этом помнить, что уже печень подвергалась такому тяжелому воздействию, значит, уже вести определенный щадящий образ жизни в этом плане. Вот. Ну, а, конечно, в самых тяжелых ситуациях пересадка печени, так сказать, если успевает, конечно, это сделать, единственное средство спасения. А так, в принципе, поправляется довольно хорошо, без всяких последствий. Спасибо большое. Коллеги, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста. Если нет, спасибо, что посетили наше мероприятие.